Всем привет. В деревне Старобислово находимся. Тут возле магазинчика, по-моему, старый магазинчик. Ну, сейчас зайдем, глянем. Что там? Да как? Крыльцо, конечно, разваленное уже. О, уголок пайщика Калезинского районного потребительского общества. Да, тут такой нормальный бардак. Счеты. Бутылки какие-то. Анапа. Угу. Ящиками вообще все завалено. Печка тут была. Тут, походу, была пекарня. Я вот что скажу вам. Потому что вот это вот, это мешают тесто. И этот, как он? Бак, по-моему, где кушать готовят. Печь вот такая вот, большая была. Там, походу, внизу еще даже подвальчик какой-то был. Закладные такие, железные, огромные, большие. В принципе, больше тут смотреть-то не на что. А, ну вот еще интересно, как здесь проводка устроена. О. Вот все уже раскурочили, разбомбили. Ну и, соответственно, на полках всякий хлам. Ну, смотреть-то тут и не на что, честно говоря. Хожу по бутылкам, гремлю бутылками. Ну, вот так вот. Это вот не сегодня-завтра упадет все. Все. Больше смотреть здесь не на что.